www.mobilefunk.ru. Броский, но в то же время минималистический по дизайну, без единой кнопки на лицевой панели Nokia N9 по достоинству оценит любители уникальных в своем роде гаджетов. Ведь это первый и последний смартфон на операционной системе MeeGo. Основанная на Linux, разработанная в сотрудничестве с Intel, эта операционная система пропагандирует гибкость, открытость и простоту работы. Корпус аппарата выполнен из единого куска некрашенного пластика. Материал приятен на ощупь и можно не бояться, что он со временем облезет или поцарапается. Размер смартфона 116,4 на 61,2 на 12,1 мм, вес 135 грамм. В Nokia N9 применяется уникальный выпуклый экран, который делает управление чрезвычайно удобным. Защитное стекло Gorilla Glass убережет его от царапин. AMOLED-дисплей диагональю 3,9 дюймов имеет разрешение 854 на 480 точек. Цвета яркие, насыщенные, контрастность и четкость изображения очень высокие. К плюсам Nokia N9 можно смело отнести и камеру 8 мегапикселей с оптикой Carl Zeiss. Она оснащена двойной светодиодной вспышкой, автофокусом и возможностью ручной фокусировки, 4-кратным цифровым зумом, увеличенной скоростью съемки, а также можно выбрать полноэкранный режим съемки и широкоэкранный. В наличии и фронтальная камера. Центральный процессор ARM Cortex A8 развивает скорость в 1 ГГц. Смартфон содержит 1 ГБ оперативной памяти и 16 или 64 ГБ внутренней. На борту N9 все современные беспроводные технологии, в том числе и NFC. www.mobilefunk.ru